По поручению главы города Владислава Пинаева составлен график дорожных работ. В соответствии с ним на неделе с 25 по 31 марта работники Тагилдорстроя и УБТ-сервиса проведут ямочный ремонт на 17 объектах, в том числе 5 перекрестков. Восстановить дорожное полотно на круговом движении, соединяющем Уральский и Октябрьский проспекты, планируется за 4 дня. Залатать ямы на одной из самых проблемных дорог на улице Индустриальной подрядчики должны до конца месяца. В планах до апреля уложить порядка 15-20 тонн холодного асфальта и восстановить более 300 квадратных метров дорожного покрытия. На улицах Циолковского, Островского, Красных Зорь, Металлургов, Черноисточинском шоссе, перекрестках Миростроителей, Садоводов, Зеленстроевской –